Привет всем. Пришла еще одна посылка из Китая. И как я вижу, это ROM X, Umi ROM X, который я заказывал. Уже второй раз. Телефон мне очень понравился. Стоит всего лишь $59. Ну, сейчас посмотрим, как он упакован. Значит, заказывал его в официальном магазине на AliExpress от Umi. Ну и посмотрим, как они упаковали, что внутри. Уже заказываю в этом магазине уже четвертый смартфон, и вопросов с телефонами не было. Так, упакована коробочка. Вот такую вот пленку с пузырями. Такая вот коробочка. Так, что у нас здесь? Система Android 5.1, память 1 гигабайт, 8 гигабайт памяти телефона, монитор HD. Так, ну, размеры, процессор MTK 6580, батарея 2500 миллиампер, 2 сим-карты. Передняя камера на 2 мегапикселя и задняя камера от Sony 13 мегапикселей. Ну, так как я уже заказываю этот телефон не в первый раз, да, для бюджетного телефона здесь камера очень отличная, и на вид этот телефон смотрится очень богато. Так, значит, смотрим, что у нас здесь. Вот такая коробочка. В комплектацию входит шнур для зарядки и само зарядное на 1 ампер. Ну, фирменная Umi. Так, убираем вот это все. Сейчас будем смотреть сам смартфон. Вот так. Здесь, значит, сам смартфон выполнен из алюминиевого корпуса. Ну, наклеена пленка с самого магазина. Ну, можно будет, конечно, будет переклеить, заказать стекло. Я так и делал предыдущим смартфоном. Так, ну, сейчас будем его разбирать и включать, смотреть, как он работает. Ну и так, снимаем заднюю крышку. Угу. Плотно. Ну, сборка, кстати, очень плотная, ничего не люфтит в этом смартфоне. Так, сейчас мы снимем крышечку. Итак, видим здесь два слота, разнесенных по две сим-карты, и один слот под карту памяти. Карту памяти поддерживает до 64 гигабайт. Батарея у нас 3,8 вольта, 2500 миллиампер. Так, она у нас тут заклеена. Сейчас снимем наклеечку. Так, напомню, запуск этого смартфона сейчас будем проводить первый раз, так как после того, как он пришел с Китая. Так. Все, очень много защелок. Ну, конечно, да, сборка у него классная. В руке лежит удобно. Кнопочки. Так, включаем. Так, не включается. Ну, сейчас, а нет, включился. Все включилось. Ну, сейчас загрузится. О. Значит, процессор здесь четырехъядерный. Классненький смартфон, конечно,
за такие деньги. Так, выбираем язык, смотрим вот языки. Так, сейчас русский, русский, далее. Так, пропустить, далее. Так, мина, далее. Окей. Так, дата, время, далее пока пропустим. Пропустить, окей. Далее. Ну вот, смотрим. Значит, установлена оболочка чистая. Android 5.1. Так, ну что тут еще можно сказать? Давайте включим настройки. Посмотрим настройки о телефоне. Так, беспроводное обновление. Поддерживает обновление по воздуху. Так, Android 5.1. Версия ядра. Прошивка модуля связи. Так, номер сборки Умером X версии 3.0.5. Так, ну ссылочку на сам магазин официальный на AliExpress я дам под видео. Ну так вот, что можно посмотреть, что у него здесь. Личные данные. Батарея. Так, батарея у нас 50% заряда. Это я напомню, что он пришел с Китая и не заряжался, мы его открывали вместе. Так, всего памяти доступно 5.13, в нем встроено 8, всего вместо 5.3 доступно 4.92. Значит, все остальное забрала система и прочее. Так, ну и давайте протестируем саму камеру. Так, камера. Так, тестируем камеру со вспышкой. Так, что у нас получилось? Ну, на мой взгляд, для такой камеры, для такого бюджетной камеры это очень хорошо. Напомню, $59. Так, а ну сейчас еще раз. Давайте посмотрим, как будет мелкий текст. Так. Ну, я думаю, все четко читаемо. Здесь он даже еле видно. Здесь мы это видим все четко. Ну, на улице вообще исключительно фотографирует. Ну, напомню, камера здесь от Sony. Да, немножко она тут выпирает, но когда она становится в бампер, четко под лицо получается камера. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите, ставьте лайки. Всем пока-пока.